Генеральный прокурор Украины Виталий Ерема заявил, что его ведомство проверяет информацию о получении бывшим генпрокурором страны Виктором Пшонкой казахстанского паспорта. На следующий день Акорда опровергла слухи. Официально ближайший соратник экс-президента Януковича за гражданством не обращался. Впрочем, кроме официального пути, есть другие возможности получить паспорт Республики Казахстан. В Казахстане в этом плане проще получить. Более того, есть факты того, что люди просто покупают, приезжают эти паспорта. И отличие Казахстана от Европы, например, в Казахстане ты можешь практически не декларировать свои доходы. Легализация очень простая. И я думаю, что те люди, которые выбрали место жительства в Казахстан, как раз таки вот и ориентируются на эти условия. Такое право и президент дает именно тем людям, которые вызывают либо у него особое доверие, либо за какие-то особые услуги. В данном случае я могу предположить и наверное, я соглашусь с предположениями генеральной прокуратуры Украины о том, что вполне возможно Пшонко получил, скажем, паспорт гражданина Республики Казахстан за особые услуги. Хотя Виктор Пшонко до бегства из Украины всю жизнь проработал на государственной службе, ему есть что прятать. Его дворец был вторым по роскоши после президентского. Да и доверие Нурсултана Назарбаева он заслужил. Способствовал выдаче Мухтара Аблязова из Франции в Украину для последующей передачи в Казахстан. Правозащитник Ерлан Калиев считает, что и сегодня находящийся в бегах Пшонко может быть полезен Елбасы в охоте на Аблязова. На сегодняшний день он некоторую информационную ценность представляет для Акорды в том плане, что несмотря на то, что он с позором его изгнали, он бежал, но тем не менее у него там остались связи. И как известно, что работники Генеральной прокуратуры еще не проходили процедуру регистрации. Да? Власть в Киеве поменялась 5 месяцев назад, но запрос об экстрадиции Мухтара Аблязова до сих пор не отозван украинскими властями. Аналогичный запрос поступил из России. Два государства, находящиеся в состоянии вооруженного конфликта, вместе добиваются выдачи казахстанского оппозиционера. Адвокат Марк Фейгин объясняет такую нелепость бюрократической инерции в Украине. Продолжающееся дело Мухтара Аблязова – это в известном смысле рецидив. То есть оно было возбуждено, собственно говоря, по прямой просьбе руководства Казахстана прежними властями Украины, режимом Януковича, и дело это продолжается, на мой взгляд, по инерции. Если будут предприняты достаточные усилия украинского руководства для того, чтобы разобраться в этом деле окончательно, то украинский запрос во Францию о выдаче Аблязова будет аннулирован. Я в этом глубоко убежден. Очень в этом смысле рассчитываю на руководство, новое руководство Украины, на президента Порошенко, на руководство Генеральной прокуратуры и ряд правоохранительных органов, которые непосредственно вовлечены в расследование этого дела. Впрочем, среди украинских депутатов и чиновников зреет понимание. Продолжение дела, начатое Виктором Пшонкой в угоду Акорде, вредно для имиджа демократической Украины. Депутат украинского парламента Олег Осуховский и несколько его коллег по Верховной Раде сегодня пытаются достучаться до украинской генпрокуратуры и Министерства внутренних дел с целью добиться отказа от выдачи Мухтара Аблязова. Мы, как народные депутаты, должны сегодня делать все для того, чтобы не было политзаключенных, которые могут быть связаны с Украиной. Речь идет, в частности, об Аблязове. По словам господина Осуховского, встреча адвокатов, защищающих интересы Аблязова во французском суде с генеральным прокурором, должна состояться в ближайшие дни.